Здравствуйте, меня зовут Наталья Унгарт, я актриса театра и кино, закончила Щукинское училище. Я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла со мной как раз в Щуке на втором курсе. Мы играли этюды по образу. Была у нас такая Ставская, которая все время курила. И вот на одном из этюдов она начала на меня кричать «Тиховская!» Тогда была Тиховская. «Вы пустая, как пивной бочонок!» Ну, в общем, я разрыдалась, выхожу в коридор, стою такая, рыдаю, вообще рыдаю! Идет Катин Ярцев. Ну, Катин Ярцев, Юрий Васильевич, вы знаете, да? С палочкой уже такой старенький. «Наташенька, что же вы плачете?» Я говорю, «Юрий Васильевич, я пустая, как пивной бочонок, я ухожу, значит, из училища!» Он говорит, «Когда?» Я говорю, «Прямо сейчас, потому что я не артистка, я забираю документы». Он говорит, «Наташенька, ну подождите, вы будете очень хорошей артисткой». Я такая, значит, «Когда?» «На четвертом курсе, когда мы будем играть эти спектакли?» Он говорит, «Нет, через 25 лет». Я такая, «А вы когда стали хорошим актером?» Он, «А я через 27». Прошло 25 лет. Я понимаю, что как он был прав, боже, как он был прав. И только через 25 лет я поняла, что я актриса. Актриса Наталья Унгарт.